Сегодня в НСК Олимпийском проводится интерактивная детская выставка «Новый год в ярких красках». Уже четвертый год подряд в Украине проходит благотворительная акция «Крок до счастья». В мастер-классе они делают новогодний такой сапожок Деду Морозу, который можно потом написать как открытку и повесить там на камин. Или также проводим мастер-классы, мы показываем спектакль, дарим подарки. И я могу сказать, что мы сотрудничаем с этими детдомами не просто на Новый год, а круглогодично, и потом 10 детдомов, лучшие дети, они отдыхают в нашем скаутском лагере «Скаутвилле». Здорово, Украина! Здравствуйте, меня зовут Алена Березовская, я лидер объединения «За православную Украину». Сегодня мы являемся партнерами прекрасного детского мероприятия. Но, безусловно, это очень важно. Вообще задача нашей организации – это дать людям веру, надежду и воспитать в особенности в будущем поколении любовь. Поэтому мы будем всячески своим примером, своими благотворительными инициативами и проектами поддерживать и показывать сущность и настоящее истинное, можно сказать, вот этот стержень православного христианина.